Вася, извини, пожалуйста, можно микрофон? Входящий. Я же буду вставать. Я... Так, Настя, можем начинать? Я хочу открыть эту сессию. Думаю, она вас всех на самом деле... необыкновенно увлечет. А я лично хотела бы еще, помимо самой, сказать, содержательной части этой презентации, этой лекции, нашей дискуссии, познакомить вас с Еленой Панфиловой, потому что это один из тех немногих людей, ее организация в частности, которые действительно хотят модернизировать страну и выстроить в ней то, что, о чем мы говорим на наших семинарах. Ответственное свободное гражданство и институты. Называется это все просто правовое государство, но за этим стоит исторический путь. И стоит, кстати, сейчас исторический шанс. Насколько мы сумеем воспользоваться этим шансом, каждый раз конкретно здесь и сейчас, зависит во многом на самом деле от нас. Поэтому знание и понимание того, что реально происходит, эксперта, который этим профессионально занимается, а не просто вздыхаем мы все на кухне, это очень важно. И я, она вполне обойдется без всякого ведущего. Темперамент и знание предмета, вы увидите, какое. Но я хочу разделить это удовольствие, знакомство с ней, с этим нашим классом. Хочу отметить, что именно с этих классов школы иногда Лена начинает партнерство в регионах и в городах по той теме, которой она занимается. Поэтому, если вы будете когда-то заинтересованы и открыты к этому сотрудничеству, подойдите к ней в перерыв. Правильно говорю? Спасибо большое, Лена. Здравствуйте, меня зовут Елена Панфилова, я руковожу Центром антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International России и проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики Высшей школы экономики. Лена абсолютно права, я прикладник в чистом виде, в чистом смысле этого слова. То есть я пытаюсь, конечно, думать, осмыслять и какую-то аналитику из себя исторгать время от времени, но большую часть времени мы занимаемся прикладными проектами, исследовательскими, мониторинговыми, самыми разными. И да, действительно, Лена, я вот приберегла этот момент, чтобы сообщить тебе, что в октябре в Калининграде будет открыта наша пятая приемная антикоррупционная, которой будет руководить Илья Шуманов, ваш выпускник, который поймал меня здесь, на школе, 2 года назад. И 2 года назад тыкал в меня иголками, палками, приезжал, уезжал и говорил, надо в Калининграде приемную, есть в Калининграде коррупция. Никто, кроме нас, не сможет этим заняться. Так что, я думаю, в октябре мы будем с вами совместно открывать эту приемную, и мне очень приятно, потому что действительно Московская школа политических исследований производит удивительных людей, и я желаю каждому из здесь присутствующих в той или иной степени когда-нибудь сделать что-нибудь такое, чтобы Лена порадовалась, она этого заслуживает более чем. А теперь о нашей теме. Вы знаете, я третий или четвертый или пятый раз читаю лекции на летних школах МШПИ, и я вдруг себя поймала на мысли, что я очень часто рассказываю в каком-то году про
меры по противодействию коррупции, которые существуют в России. В прошлом году мы пытались понять мутации современной российской коррупции. И только в этом году вдруг я поймала себя на мысли, что мы не очень себе представляем, и что такое современная российская коррупция, потому что каждый из здесь присутствующих имеет свое собственное представление. И таких представлений очень много, большинство из них вполне имеют право на существование. Много моих коллег имеют собственные представления о том, кто это, что это за животное такое, российская коррупция. Более того, в последний год в силу всевозможных самых разных и разнонаправленных политических процессов в стране стали появляться трактовки, скажем, такие, с которыми очень хочется спорить, но хочется спорить взвешенно и хочется спорить вот в таких больших аудиториях, чтобы вместе находить ответ на вопрос. Поэтому я сегодня решила с вами поговорить вообще на тему, что такое коррупция, именно анатомия российской коррупции в 2012 году. Очень сильно меня подтолкнуло к этому два исследования, которые были проведены в России в последнее время, и даже немножко не вполне исследования, а, скажем так, сбор в единое место хранения, именно в публикации, двух точек зрения. Первая точка зрения, если ее очистить от всевозможных наслоений, заключается в том, что в России всегда было взяточничество. Оно всегда было, оно всегда есть и оно всегда будет. Россия ворует, и тут под это дело подложена такая внушительная стопка всевозможных исторических, политологических, социальных исследований, которые подводят нас к мысли о том, что российский человек при любой возможности, давайте заметим слово «возможности», на данный момент, попытается либо сунуть кому-то деньги, либо с кого-то деньги получить. И тут есть целая такая шкала точек зрения по этому вопросу, и кто-то говорит, что да, но это такой вот наш в целом весьма невинный уклад в жизни, это то, как у нас все устроено с времен Ивана Грозного и даже раньше. Вспоминаются кормления, поминается много всевозможных исторических форм оформления коррупционных взаимоотношений в российском государстве и обществе. А кто-то считает, что да, да, вот мы такие, у нас есть, у русского человека есть генетическая склонность к коррупционным проявлениям, поэтому вот эти все ваши институциональные попытки что-то с этим сделать, это, цитирую, «плевок в вечность». Это мне сказал один довольно крупный исследователь. Вторая точка зрения, она ближе к сегодняшнему дню, но перекликается с первой. И она звучит следующим образом. Если вдруг, не дай бог, сейчас каким-то образом хотя бы на четверть или на треть снизить уровень коррупционных отношений в стране, ну, например, убрать там четверть или треть тех отношений, где практически все решается через неформальные платежи, то российская государственность рухнет, рухнет российская экономика и рухнет система предоставления государственных и муниципальных услуг населению. Что коррупция на данный момент и является той самой системой, той самой национальной идеей и той самой вертикалью, которая связывает воедино все социально-экономические и политические отношения в стране. Поэтому трогать не надо, потому что нам не нужны на данный момент в силу множества экономических, финансовый кризис, внешнеполитических всевозможные напряженные отношения нашей страны с разными странами мира и внутриполитических условиях, нам не нужны сейчас вот такие потрясения. Поэтому пускай она там, вот где есть, там и будет, а потом потихонечку, когда наступит время, мы будем менять это все дело. Когда-нибудь, потом.
И эта точка зрения, вот совсем недавно был большой научный семинар у Семена Кордонского. И там вот эти точки зрения обсуждались. Транскрипт висит на сайте Высшей школы экономики, каждый может найти и почитать. Там много разных точек зрения, но они все к тому, что это есть, это в центре нашей жизни, и поэтому давайте пока вот это не будем трогать, потому что мы все останемся без паспортов, без медицины, без здравоохранения, без дорог, без олимпиады, без ничего останемся, потому что как только мы наведем полную прозрачность, экономические инструменты перестанут работать. И ровно вот когда я прочитала, к сожалению, я не могла быть на полностью, я отсидела час на этой дискуссии, а потом вынуждена была покинуть ее, потом прочитала весь транскрипт, и меня потрясло то, что давайте-ка мы все-таки вернемся к слову «это». О чем об этом мы говорим? Кто такая эта самая коррупция? С вашего позволения, я немножко рисовать буду. Ничего? И я, в общем-то, не буду изобретать ничего нового. Я предложу вам пообсуждать в применении к России. В применении к России, в применении к 2012 году старую добрую формулу Роберта Клитгарта, который говорит, что коррупция – это алчность, greed, plus possibilities, возможности, минус контроль. Вот такая линейная история, да? И эта линейная история очень хорошо раскладывается математиками, социологами, политологами на дополнительные алгоритмы и функции, где можно выводить самые разные переменные для возможностей и самые разные переменные для контроля. Меня в этой формуле устраивает абсолютно все, кроме одного явление. Она линейная. А мне кажется, что коррупция, коррупционные проявления – это такой объемная история, в которой на каждое из этих переменных найдется тысяча и одна самых разных вариаций, самых разных дополнительных функций, данных, самых разных дополнительных человеческих поступков, государственно-общественных отношений и специальных ситуаций в тех или иных странах мира, которые делают их абсолютно разными для разных ситуаций в тех или иных общественно-исторических условиях. Давайте посмотрим на нее более объемную. Когда-нибудь я научусь делать презентации в 3D, потому что мне надо бы ее показать вам со всех сторон. Но мы пока ее просто нарисуем в виде такого, ну, как бы пузыря. Вот где у нас все происходит. Тут у нас с вами алчность. Тут у нас с вами возможности. И тут у нас отсутствие контроля. И стало быть, самые-самые главные коррупционные события у нас происходят вот где-то тут, где-то в серединке пересечения этих трех вещей. И чтобы понять нашу российскую коррупцию в 2012 году, давайте поговорим про каждую из составляющих. С чего начнем? Ну, допустим, с алчности. Что такое алчность? Алчность – это естественно присущее тем или иным людям стремление к обогащению в самых разных его формах. На этом мы ставим точку и говорим, ну да, есть люди алчные, есть люди не алчные. Кому-то нужно много-много всего, а кому-то, ну, в общем-то, не очень нужно. Есть бессеребренники, есть люди, которые довольствуются там одной парой ботинок, одним костюмом, одной юбочкой, что реже бывает, одной сумочкой, что вообще в принципе не бывает, и так далее, и тому подобное.
Стремление к обладанию чем-то – нормальное человеческое явление. Но мы же говорим про коррупцию, и когда мы говорим про коррупцию, мы тут отправляемся к изначальному определению коррупции как таковой. Что такое коррупция? Коррупция – это злоупотребление служебным положением в личных целях. Это самое базовое определение, которое кочует из Конвенции Совета Европы в многие документы наши российские, документы общественных организаций, используются для Anti-Corruption Guidelines в ООН. Злоупотребление служебным положением в личных целях. Стало быть, мы говорим об алчности не всех, а мы говорим об алчности людей, у которых есть что? Служебное положение. То есть это некий набор людей, у которых есть возможность, и мы снова возвращаемся к слову «возможности», каким-то образом операционализировать эту свою алчность. Посмотрим на возможности. Кто такие эти возможности? Возможности – это то, что предоставляет служебное положение. А служебное положение может предоставлять очень много всего посредством чего? Законов, административных регламентов, всевозможных положений, требований и так далее, и так далее, и так далее, которые предоставляют человеку, у которого уже случилась алчность, эту алчность превратить в некий доход для себя самого. Ну вот я вам приведу самый банальный пример для тех, кто вот, чтобы понять, откуда берутся эти возможности. Самый низовой, самый бытовой. Илья Хандриков, которого многие здесь присутствующие знают, предприниматель, который очень успешно работал в 90-е. У него компания была «Формика». Они выпускали униформу, знаете, эти халатики для врачей, всякая униформа для супермаркетов и так далее и тому подобное. Работал, подсел на... По-моему, посетил какие-то наши семинары, подсел на честность, стал, в общем, бороться за прозрачность, ужасно этим всем увлекся, работал в опоре, был руководителем Московской опоры России. И где-то в 2006, по-моему, году или 2007, к нему приходят люди, говорят: «Здравствуйте, компания «Формика», мы к вам пришли, потому что у нас есть информация, что у вас на компьютерах установлено нелицензированное программное обеспечение». А что такое средний и малый бизнес? На самом деле у него 5 компьютеров, да? Бухгалтерский, кадровый, производственный, отгрузочный, ну, еще один, его личный, положим. То есть 5 компьютеров, которые и есть его предприятие, по большому счету, не считая пошивочных цехов. И они ему говорят, согласно положению, и правда показывают ему положение, мы можем проверить, а Илья им показал, что у него вот есть лицензии Microsoft, там Adobe, ну все какие есть лицензии у человека. Согласно положению, мы можем проверить или на месте, и там так написано, проверка производится на месте, запятая, или без запятой, по-моему, запятой, как ни странно, или в помещении полицейского управления в течение 30 дней. И вот у тебя развилка либо на месте, либо забирают и все везут в полицейский участок на 30 дней. То есть 30 дней в полицейском участке – это что? Это смерть малого бизнеса, да? И ему говорят, вот видите, мы можем либо так, и пишут ему на листочке, не вслух, на листочке пишут 50 тысяч УЕ, либо вот так. Ну, в общем, чтобы длинную историю сделать короткой, Илья теперь пишет книгу «Как я был предпринимателем». Уже написал даже, по-моему, и уже сейчас вот издается. Он, значит, решил, что это неправильно. Неправильно это. И пошел бороться, в общем, одно за другим. Нету больше компании «Формика». Вот. Что теперь, отойдя от истории... Каждый из нас может такую историю рассказать. Вот поднимите руку те, кто, у кого, у знакомых или даже, не дай бог, у вас была похожая история в жизни. О? Минимум треть, а остальные стесняются. Вот. И, соответственно, это что? Если
от бытового перейти к обобщающему. Это возможности. Откуда у полицейских взялись эти возможности? Они были созданы. Они были созданы каким образом? Законодательным. А законодатель, он что, идиот? Он зачем эти возможности создает вот таким образом? Он специально это делает или не подумавши? И так, и так. И абсолютно верно. В самых разных государствах такие дырки для возможностей возникают иногда совершенно случайно, просто потому что не додумали, не подумали, не посмотрели вперед. А жизнь – это процесс, да? Она развивается, и что-то, что было вполне себе невинным сегодня, может стать вполне себе сложным и зачастую даже преступным через пару-тройку дней. Соответственно, эти возможности возникают где угодно. И когда мы смотрим на индексы всевозможные там государственного управления Мирового банка, индексы нашего восприятия коррупции, мы видим, что там наверху есть страны, ну, прозрачные страны, чистые страны. И при этом очень часто, особенно студенты, говорят, это значит, что у них совсем-совсем нет коррупции? Нет, это не значит, что у них совсем-совсем нет коррупции. Это значит, что в таких странах, как Норвегия, Швеция, Сингапур, Дания, многие другие страны, коррупция случается. Но она случается в форме индивидуальных приступов алчности, нашедших лазейку возможностей. Да? Она случается. И в Норвегии найдется чиновник, который вдруг увидел эту невольно или вольно оставленную законодателем или регулятором дырочку. Ага, я могу поставить подпись единолично, и мне за эту подпись дадут денежку. А я приключился быть человеком алчным, поэтому я в эту дырочку проскользну. И тут на пороге, на пути этого прекрасного, в кавычках, товарища встает что? Контроль. И вот разница, большая разница между теми странами, где это индивидуальные приступы алчности, помноженные на случившуюся возможность, встает контроль. Какой бывает в государстве, в обществе контроль? Внутренний и внешний. Других не бывает. Причем под внутренним мы понимаем всевозможные инструменты, данные государству и государственно-общественной системе, данные самими собой и нашей Конституции, для того, чтобы реализовать этот контроль. Что такое внутренний контроль? Все знают. Три источника независимых, три главных независимых надзорных органа в любой стране. Нет. Прокуратура, Счетная палата, очень правильно. Третий. Не-не-не. Кто? Нет. Еще раз. Прокуратура, Счетная палата? Нет. Внутренний? Нет. Центр избирком, товарищи. Который является институтом независимого контроля за политической системой. Да? Он нам говорит, как нам вот все устраивать. Он независимо. Я не про нас, я про вообще. Вот. У нас есть три базовых, да, главных независимых надзорных органа. Независимый надзор. Потом, конечно, существуют внутри ведомств всевозможные службы безопасности, контрольные службы. В России и во всем мире к этой триаде сейчас начинает примыкать служба, которой не было до 2000 года. Это появившаяся в результате принятия Конвенции ООН по борьбе с организованной преступностью и отмыванием преступно нажитых доходов организация ФАТФ, Financial Action Task Force, и в России функции ФАТФ исполняет Росфинмониторинг. Это тоже постепенно появляющийся в мировой истории дополнительный орган независимого внутреннего контроля, когда внутри государства существует некий орган, который независимо от исполнительной власти, так должно быть, контролирует то, что происходит вот тут. Соответственно, там, где у нас внутренний контроль, вот здесь у нас должны быть
самые разные кусочки. Кто-то контролирует законность, это прокуратура, да? Кто-то контролирует процедуры политические, это центр избирком у нас. Кто-то контролирует бюджетные финансы, это у нас, соответственно, счетная палата. И вот у нас еще немножко появляется Росфинмониторинг. Это как денежки двигаются внутри страны и за рубежи страны. Соответственно, в принципе, внутренний контроль, если он работает, он вполне себе покрывает что? Вот возможность реализации алчности и возможности. Почему это возможно? Да просто потому, что коррупция – это очень интересное преступление. Если мы рассматриваем коррупцию вообще в целом, не отдельные статьи УК, которые, конечно, раскладывают коррупцию на много-много-много разных правонарушений, но коррупция, независимо от того, что говорит УК, там действительно есть и взятка, и злоупотребление служебным положением, и злоупотребление бюджетными ресурсами, много-много, 14 статей УК описывают нам самые разные коррупционные преступления. Но их объединяет одно. Коррупции не бывает без материального результата. Да? Существует очень, ну не то что много, существует преступления, у которых нет осязаемого результата, который можно потрогать. Это не ущерб, это прибыль. Это кому-то ущерб, а кому-то прибыль. Как это? Чья-то беда, всегда чей-то выигрыш. То есть всегда коррупцией никто не занимается, то, что называется just for fun. Представляете, коррупционер вымогает просто так. Вот чтобы ничего не получить. Или берет взятки и раздает их детям. Или, не знаю, распиливает бюджет большой стройки и потом сжигает все, что он получил, там, и водит хороводы вокруг этого костра. Коррупция – это всегда материально мотивированное преступление. У коррупции, у действий коррупционера всегда есть конечный результат. Это то, что в Конвенции ООН названо незаконным обогащением. Да? Вот конечный результат. Соответственно, почему у нас здесь возникает Росфинмониторинг и все остальные товарищи? Потому что они могут отследить движение вот этого самого конечного результата. Всегда есть в конце либо счет в банке, либо недвижимость, либо акции, либо яйца Фаберже, либо скакуны. Много форм у результатов незаконного обогащения, но они всегда есть. И, соответственно, задача внутреннего контроля – проследить, как оно там все движется внутри финансовой системы, выполнены ли процедуры для тех, кто участвует в политической жизни, не залезли ли в бюджет, это делает счетная палата, и были ли действия любого чиновника, любого публичного должностного лица законны. Этим занимается прокуратура. А что такое внешний контроль? Внешний контроль – это не контроль западных стран, как мне тут вчера, позавчера сказали одни там, слушатели. Они сказали, о, это значит, за нами кто-то контролирует, за нами кто-то следит и что-то контролирует. Нет, внешний контроль – это что у нас? Давайте, высшая форма внешнего контроля, существующего в государстве. Высшая форма гражданского контроля в стране, в любой. Выборы, правильно. Что такое выборы? Это высшая форма гражданского контроля. Лучше не бывает. Более того, крайне важно помнить, что выборы в данном случае нас не очень интересуют для нашей антикоррупционной тематики с идеологической точки зрения. Нам не важно, кто с кем борется в ходе выборов, да, с идеологической точки зрения. Нас выборы интересуют как инструмент предотвращения консервации коррупционных элит. И более того, выборы как инструмент предотвращения консервации коррупционных элит нас больше всего интересует даже не на федеральном уровне, не на национальном уровне, а нас он интересует внизу. Потому что там, где люди живут, где мы с вами живем, когда мы начинаем следить за той жизнью, которая для нас важна, а что для нас важно? Поликлиника, школа, двор, вывоз мусора, ЖКХ. У гражданина, в принципе, нет иных возможностей повлиять
на то, чтобы, если вдруг завелся коррумпированный муниципалитет или коррумпированный мэр, каким-то образом повлиять на это, кроме как на местном уровне решать этот вопрос посредством активного участия в муниципальных выборах. Иначе так и будет на муниципальном уровне все происходить коррупционным путем. Выборы. Следующая после этого форма. Журналистика, СМИ, да? В первую очередь расследовательская журналистика. Потому что расследовательская журналистика в принципе является медиатором взаимоотношений между государством и обществом. Расследовательская журналистика в этом смысле играет роль передового отряда. Да, расследовательская журналистика играет роль санитара леса, которая выявляет наиболее очевидные злоупотребления со стороны государства, государственных органов, рассказывает обществу и тем самым инициирует обратную связь. Третья форма – это что? Это НКО, да? Общественные организации. Причем мы напишем именно общественные организации. Это самые разные общественные организации. Кто-то следит за водой, экологи и землей. Кто-то следит за бюджетом. Кто-то следит, чтобы детишки были накормлены. Кто-то весь спектр общественных организаций, даже если они так не думают о себе, даже если они печеньки раздают тюленям, не знаю, где-нибудь, даже если они занимаются самыми-самыми такими вот бытовыми вопросами, они тоже реализуют гражданский контроль, потому что в том месте, где они раздают печеньки тем, кому их не додали, они тем самым выявляют проблему, что вот у нас есть проблемная группа, которую нам надо методами общественного участия обиходить. Это тоже гражданский контроль. И последнее – это обычные граждане. Более того, этот элемент, ровно так же, как у нас здесь появился четвертый недавно в виде Росфинмониторинга, обычные граждане у нас здесь появились тоже недавно, по мере развития сети интернет. Раньше гражданину, вот я помню себя, вспомните там, кто постарше, 95-96 год, хочешь сделать что-то активное, куда идешь? Ну, в общественную организацию, кто-то идет в журналист и так далее. Не было всего вот этого, всех этих возможностей сейчас, вот сидя здесь, кликнуть и начать какую-то общественную кампанию. Сказать, ой-ой-ой, я тут увидел, что очевидно, вот здесь вот что-то разворовывается или вот здесь какое-то злоупотребление, и давайте что-то устроим. Как грибы после дождя растут эти общественные низовые, зачастую гражданин плюс гражданин. Мне тут рассказали про одну инициативу, она так и называется. Один плюс один. Один инициировал, нашел еще одного. И это уже инициатива. И люди уже куда-то идут, что-то пишут, что-то требуют, каким-то образом пытаются повлиять на сложившуюся ситуацию. То есть с появлением технологических возможностей обычные граждане тоже начинают реализовывать общественный контроль, гражданский контроль. И вот представьте себе, что всего этого нет. Вот представьте себе, что всего этого нет. И у нас получается, что алчность плюс возможности, если это вот отдельный элемент, или вот здесь элемент, где-нибудь доловится. Поймает где-нибудь счетная палата, поймает прокуратура, поймают активные блогеры, да, какие-то. Бывает же, мы про многие страны, и даже у нас знаем про истории, когда активные блогеры кого-то поймали. Или поймает какое-то журналистское расследование. Соответственно, чем больше участия контроля, чем меньше возможностей, у нас коррупция начинает скукоживаться. И тут мы вынуждены начинаем смотреть на российскую ситуацию. Немножко отмотаем назад. Немножко отмотаем назад и посмотрим, ну какую точку отсечения возьмем. Ну возьмем, например, точку отсечения 2000 год. Никто не будет спорить, что в 90-е было много коррупции. Вот никто не будет спорить, что было очень много взяточничества. Было очень много неформальных отношений, которые классифицируются всем тем самым спектром 14 статей УК. Да? Кто-то бюджет попиливал, кто-то злоупотреблял служебными положениями с самыми разными целями, зачастую отложенными целями. Коррупция была самая разнообразная. Но коррупция 90-х,
она действительно, будучи большой, будучи всеобъемлющей, и имея все признаки трех основных видов коррупции, она все равно была классической коррупцией. Классическая коррупция – это та коррупция, о которой написаны все существующие на данный момент конвенции. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, Конвенция ООН против коррупции, Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития о взяточничестве. Вот много документов. Они о чем пишут? Они пишут о том, что существуют ситуации, когда одна сторона чего-то хочет от публичного должностного лица. Публичное должностное лицо не против предоставить этой стороне ищущей услуги, разрешения, дополнительных возможностей, эти самые услуги, возможности. И происходит обмен материальными средствами. С одной стороны, либо гражданин, либо предприниматель, с другой стороны, чиновник, правоохранитель, судья, парламентарий, кто угодно. Они добровольно встречаются и обмениваются, соответственно, услугой и материальными средствами. И все старые добрые конвенции и документы по противодействию коррупции, кстати говоря, российское законодательство, оно же по большому счету, ну, втянуло в себя все иностранное законодательство, международное законодательство, все лучшие практики закреплены на данный момент в российском законодательстве. Оно все обустроено таким образом, что оно относится к части дающей, и тут у нас что? Наказание и воспитание, да? У нас существуют кодексы этики для предпринимателей, этическое воспитание для граждан. Это мы говорим про алчность. Мы пытаемся всякими воспитательными мерами сказать: ай-яй-яй, не надо, или мы вас накажем. То есть мы пытаемся минимизировать алчность. Очень много образовательных программ, очень много таких строк, о которых многие из вас, наверное, спотыкались, читая эти документы. Этика ведения бизнеса. Что такое этика ведения бизнеса? Вот это как раз про то, чтобы вести бизнес таким образом, чтобы не оказаться в коррупционных ситуациях. С другой стороны, у нас прописаны все эти международные для классической коррупции законодательные нормы таким образом, чтобы максимально минимизировать возможности, чтобы тот, кто может предоставить услугу, потенциальный коррупционер, не смог этого сделать. Минимизировать возможности, усилить контроль. И по большому счету все формы старой доброй коррупции, которая когда-то существовала, а по вертикали, и тут нам в принципе нужна трехмерная модель, чтобы посмотреть на всю эту историю, вся коррупция делится на три вида. Бытовая, административная и верхушечная. Извините за такое дурацкое слово, но мы не нашли лучшего, чтобы перевести grand corruption. Ну, в смысле, даже не перевести, а просто вот, ну как назвать? Иногда мы ее называем коррупцию высших должностных лиц, да? Высшая коррупция. Вот все эти три вида коррупции, они действительно присутствовали в 90-х. С вашей точки зрения, чего было больше? Верхушечной, административной или бытовой? Вот, смотри, вся, кто, мы говорим и бытовой, там говорят верхушечной, посередине говорят административной. Было много всякой. И предприниматели носили, а предприниматели – это административная, и люди бегали, я сама бегала, я была молодая мать, и мне приходилось бегать в поликлинику, и там мне говорили: а мы можем, в принципе, вашему ребенку сделать УЗИ, если вы спуститесь в кабинет номер 3, и там Нина Сергеевна сделает вам УЗИ. Поэтому, в общем, бытовая, да? А была верхушечная. Мы помним выборы 96-го, мы помним коробки из-под ксерокса. Это же оно и есть. Это же оно и есть. Но потом, и никто не отрицает, вот это все было. Но потом в 2000-м произошла очень, ну, около 2000-х. Конечно, я не знаю даты, конечно, я не знаю места. Но после 2000-го начинает меняться история. Меняться история начинает следующим образом. Наша коррупция начинает мутировать. И она начинает мутировать к истории
Ильи Хандрикова. Давайте еще раз вернемся к истории Ильи Хандрикова, где он сидит в своем офисе, шьет свои халатики, и к нему приходят люди и пишут на листочке 50 тысяч. Скажите, это добровольная коррупция? Это та же самая коррупция, когда предприниматель бежит и просит: я тебе заплачу 50 тысяч, но ты мне дай лицензию, ты мне дай разрешение, ты мне включи в тендер, ты мне помоги, давай мы где-нибудь добавим меня в какой-нибудь большой проект. Та самая. Разухабистая, огромная, добрая, хаотичная, классическая коррупция. Субъектно-объектность начинает меняться. И добровольная коррупция начиная где-то с 2001, 2002, 2003, еще раз говорю, это на будущее, кто хочет вдруг написать какой-то труд жизни, попробуйте найти эту дату, этот момент. Коррупция начинает приобретать черты все больше и больше коррупционного вымогательства. Когда одна сторона, то бишь мы, гражданин и предприниматель, мы ничего не хотим. Мы вдруг вдолбили в себе что-то такое в голову про верховенство закона, про этику, про честную жизнь. Мы живем обычной жизнью. Мы никого не трогаем. Мы соблюдаем законы, платим налоги, водим детей в детский садик, работаем. Все делаем по закону. И вдруг в какой-то момент к нам приходят и говорят: дай. Чаще приходят к предпринимателям, потому что высшая форма коррупционного вымогательства – это что? Коррупционное рейдерство, да? И коррупционное рейдерство – это не отвлеченное, где-то там существующее отдельное преступление. Не бывает рейдерства без коррупционной составляющей. Невозможно захватить чье-то предприятие без участия хотя бы одного, а чаще всего большого количества людей, облеченных публичной властью. Это всегда будет или судья, или регистратор, или правоохранитель, или кто-нибудь еще. Соответственно, у нас начинает меняться субъектно-объектность. И вот что происходит. Мы смотрим на всю эту историю, а она же начинает меняться, и нам воленс-ноленс приходится пытаться понять, а как так получилось. Вот же классический расклад. У нас были и эти все штуки, и эти. Да, конечно, были люди с алчностью, да, были возможности. 90-е государство слабо. Как раз приходит тогда молодой энергичный президент с правоохранительным прошлым, как бы. И он начинает все это, он же заявлял, да, коррупция. Первое обращение президента, только что избранного Путина, к Совету Федерации и Государственной Думе Российской Федерации, говорит: коррупция в нашей стране угрожает перспективам демократического развития нашего государства. Поэтому это будет приоритетом нашей деятельности, снижение коррупционного давления на общество и государство. Смотрим, что-то меняется. Но каким-то таким образом, что коррупции становится, может быть, и тут мы с вами можем спорить, да? Может больше, может меньше. Это вообще не предмет сегодняшней дискуссии. Коррупция становится другая. Коррупция становится агрессивная. И коррупция становится такой историей, в которой любой человек, даже тот, у кого есть этические принципы, у кого нет алчности, кто вроде бы далеко-далеко от возможностей и верит в контроль, в любой отдельно взятый момент может стать участником какой-то истории, в которой будет звучать слово «коррупция». Как так получилось? И мы начинаем смотреть, в каком месте в нашей с вами истории происходили изменения вот в этой триаде. Стали ли чиновники более алчными за последние 12 лет? Да, в общем, они всегда приблизительно одинаковые. Вот всегда. То есть она растет в ту сторону, просто когда их не останавливаешь. Но это же как флюктуация, да? Чуть-чуть больше, более алчных, менее алчных. Более лучше алчных. И, соответственно, это такая величина, которая, конечно, подрастает, если не ходить и не долбить по голове людям.
А этим кто должен заниматься? Родители, семья, школа, церковь. Разная церковь. Самая разная церковь должна говорить про ценности. И вот если в обществе идет диалог и разговор о реальных ценностях, то вот эта история, она держится на одном уровне, да? Это алчность. Чуть больше, чуть меньше. Но только мы говорим не про заклинания, не про издание брошюрок. Коррупция – это плохо. Мы говорим про честный внутриобщественный диалог о месте морали, совести, этики, честности. Вы не представляете, для меня это доставляет невыносимые мучения писать какие-то статьи на мою главную тему. Потому что, когда я начинаю писать про честность, про то, что по-английски называется integrity, да, про достоинство, у меня получается, как мне говорят, и не берут мои статьи к опубликованию, говорят, у тебя пафосно. А так получается, что когда ты пишешь про честность, оно как-то неизбежно в нашем контексте пафосно. Потому что надо писать про кубометры грунта, потыренные чиновником X, если ты пишешь про коррупцию. А ты пишешь про честность. Как писать не пафосно про требование честности при отборе на государственную службу? Вот подумайте. Получается какая-то полная ерунда. Все говорят, ой, Лен, ну прекрати ради бога. Что это за пафосный бред? Ты лучше напиши, что надо детектор лжи поставить, видеокамеры, чипы вживить, и вот тогда они у нас станут честными. А вот я в это не верю. Я верю как раз в то, что надо со школы в длинную, такая длинная история, говорить и говорить и говорить. И пускай над нами смеются и обзываются словами про пафосный бред. Но как-то мне кажется, что вот здесь, а вы видите, что у нас происходит вот с ценностным рядом, да? И как-то очень хочется, чтобы я как человек верующий, очень хочу, чтобы церковь в этом участвовала и говорила про честность. Я очень хочу, чтобы школа, а я верю в образование, мне в свое время повезло, мне дали хорошее образование, чтобы школа говорила про ценностный ряд, а не только про теорему Пифагора. И вот как-то вот здесь у нас не схватывается вот этот крючок, чтобы задержать вот этот компонент на каком-то отдельно балансирующем уровне. Он у нас идет такими длинными ушами. То повезет, то не повезет. То есть общие точки, в которые мы говорим, мы сделаем все, что можно, чтобы держать вот эту вот алчность под на каком-то уровне социально приемлемом, у нас нет. Теперь смотрим на возможности. И это самая сложная история. История, сопряженная с сжиманием инструментов контроля и внутреннего, и внешнего. Я смею предположить, что это моя абсолютно личная теория, то есть это моя личная ответственность, те слова, которые я сейчас скажу. Я глубоко убеждена, что, придя к власти в 2000 году, Владимир Владимирович Путин имел целью решения трех важных, с его точки зрения, задач, стоящих перед страной. Это его были личные задачи. Первое – Кавказ. Второе – организованная преступность, малиновые пиджаки, отстрел людей, предпринимателей по городам и весям нашей Родины. И третье – обуздание олигархии или семьи, или назовите как хотите. Вот три задачи. И давайте посмотрим, а какими методами, с помощью каких инструментов он мог эти задачи решить. Помните, кто в 2000 году, что у нас было с правоохранительными органами? Среднюю зарплату кто-нибудь знает на 2000 год? $64 в месяц. Эквивалент. Люди разбегаются. Крыши были какие? Крыши были та же самая оргпреступность. Правоохранители носили дань крышам во многих регионах страны. Чиновники 2000 год. Кто такие чиновники на 2000 год? Никто. Ну вот вообще никто. Ну вот кто остался, тот и есть. Зарплата тоже, в общем, ниже прожиточного минимума. Судебная система. Судьи кто?
Ну, кто остался, тот и есть. И зарплаты – это не нынешние зарплаты. Кстати, если кто сейчас приведет в пример нынешние зарплаты, это 2004 год. 4000 УЕ установили. Это единственный случившийся результат судебной реформы, знаменитая реформа Козака судебная. Из всей реформы получилось только повышение зарплат. 2000 год, значит, вся та система, которая должна была помочь Владимиру Владимировичу решить три его главные личные задачи, мы не спорим про выбор задач, да? У каждого свои задачи. Кто-то хочет Олимпиаду выиграть, а кто-то хочет чего-то другого. И вот как ему было решать эти задачи? Соответственно, с моей точки зрения, был достигнут некий неформальный, достигнута некая неформальная договоренность. Ребята, я вам даю чутка больше возможностей, я вам выращиваю вот так вот возможностей, и вы мне решаете три моих задачи. Кавказ, олигархия, организованная преступность. То есть вы мне их всех ловите и приводите в какой-то под единый знаменатель, а все, что вы по дороге экстра вдруг найдете, все ваше. Если вдруг по дороге получится у кого-то что-то взять, у кого-то что-то получить, у кого-то что-то на себя переписать, это вот компенсация за те риски, тех задач, которые я на вас возлагаю. И мы смотрим внимательно на то, что происходит с законодательством. Резкий скачок дискреционных возможностей правоохранительных органов, судебные органы, чиновные органы. Все начинает увеличиваться в плане возможностей. То есть начинает надуваться пузырь возможностей публичных органов в нашей стране. Но этого же недостаточно, если есть контроль. Что начинает происходить? Начинают сжиматься. Посмотрите внимательно на решения начала 2000-х, середины 2000-х. В плане СМИ, в плане выборов, в плане общественных организаций, законодательства 4-5 года, в плане отношения к гражданам, в плане счетной палаты, которая когда-то была органом Государственной Думы, голосовали за главного аудитора. А в 2005 году по законодательству он стал подотчетен исполнительной власти. То есть по мере увеличения возможностей начинает уменьшаться общественный контроль. То есть вот тут вот в этом штуке у нас контроля все меньше, а возможностей все больше. И вот какая история получается, что этот перевертыш, он имеет не мифологизированную структуру. Коррупция, приобретшая, мутировавшая форму коррупционного вымогательства, это не наша особенная такая печаль. Это вполне раскладываемое на составные. И было бы у нас с вами время, мы могли бы увлеченно разделять. Вот здесь у нас такие-то полномочия, вот здесь у нас административные полномочия, вот у нас полномочия полиции, вот у нас полномочия тех или иных министерств, и мы можем внимательно проследить, где ростом возможностей и сжатием возможностей контроля у нас коррупционный сектор приобрел те вот эти вот гипертрофированные черты, мутировавшие черты коррупционного вымогательства, которые мы имеем сегодня. Это была плохая новость. Хорошая новость заключается в том, что также раскладывая вот это мутирующий в трехмерности, да, такой немножко с выпирающими частями шарик, мы же с вами можем спрогнозировать, каким образом его лечить. Каким образом он лечится неизбежно от желания тех, кто поднимает уровень возможностей. Потому что элементы контроля, они зависят от государства в равной степени, так же, как они зависят от общества. Потому что если мы не можем повлиять на вот тут и вот тут, мы можем повлиять вот здесь и вот здесь. И получается, что у нас в принципе, независимо от того, что вот здесь ничего не хотят делать, и вот здесь любят себе наращивать все больше и больше, мы-то можем своим собственным отношением к проблеме,
своей собственной деятельностью в сфере воспитания, образования, науки, семьи, общества можем пытаться вот тут вот уменьшить и вот тут вот нарастить. Это далеко не идеальная ситуация. Очень идеальная ситуация, потому что, конечно, потом придется заняться и этим, и снижением этого. Но самое главное, весь пафос моего выступления сводится к тому, что это не тупиковая история. Вот это мой аргумент в споре с людьми, которые говорят, что эта система, ее нельзя трогать. Ее не то, что можно трогать, ее невозможно не трогать, потому что вот это рост гражданского активизма. Появление этого нового класса в России, давно его не было, новые неравнодушные, да? Люди, которым мне все равно, которые вот приезжают на такие школы, что, больше нечем летом заняться, что ли, в июле? Сидеть и вот слушать про все это? Нет, приезжаете, слушаете. В субботу на пикнике афиши на социальных лекциях не протолкнуться было нельзя. В Крымске толпы волонтеров помогают людям. Куда ни повернись, везде люди без всякой идеологической подоплеки, возвращающие себе на самом деле вот этот сегмент, сами собой возвращающие. Их никто не просит, их никто не заставляет, а оно само собой возвращается. И чем больше его возвращается тут, тем меньше вот тут. Потому что люди потом говорят, а я пойду в депутаты, а я пойду в чиновники, а я пойду менять жизнь изнутри. И получается, что даже если наши великолепные, многоуважаемые ученые говорят, что ничего с сегодняшней коррупцией в России поделать нельзя и даже опасно, они не правы. Потому что это не в руках тех, кто думает, что все в их руках. Потому что игла, которая в яйце, которая в утке, которая в зайце, которая в сундуке, который на дереве перевязан цепями, игла эта, как выяснилось, с моей точки зрения, вовсе не цена на нефть и газ. Кощей вы знаете где, неподалеку тут, кстати. Игла – это общество. Это не то, что в обществе происходит стремление к тому, чтобы быть лучше, в той же пропорции, в которой в государстве происходит наращение того, чтобы быть хуже. И это какой-то непобедимый закон жизни, который подтверждает, что Россия не обречена быть коррумпированной и не обречена прозябать в этих полусредневековых отношениях между обществом и государством. Это будет длинная история. Это я вам говорю не про завтра и даже не про послезавтра. Год, два, три, пять, семь. Потому что это длинный процесс. Но мне кажется, раскладывая его методами вот такого политико-правового анализа, мы с вами можем достаточно точно указать на уязвимые точки и спрогнозировать точки безусловного роста. Спасибо большое. А тебе удобно будет? Да, садись. Хорошо. Коллеги, мы начинаем сессию вопросов и ответов. У нас 30 минут. И это интереснейшее выступление, конечно, как и ожидалось. Коллега, вам слово, прошу. Лукаш Граевский, Польша. Спасибо за очень интересное выступление. Я хотел спросить, есть ли у вас примеры антикоррупционных лекций для школьников, региональных, можете рассказать? Значит, спасибо. Зайдите, пожалуйста, на сайт Transparency Литва, и в 2006 году TI Литва выпустила учебник на русском и на английском «Примеры антикоррупционной программы в средней школе». Такая толстая, и там, кстати говоря, польские есть примеры.
В России мы в прошлом году... Во-первых, в школах существует вот что. 9 декабря – Всемирный день борьбы с коррупцией, не смейтесь. Но просто так получилось, что 9 декабря в 2003 году в Мериде, в Мексике, подписали вот эту самую конвенцию ООН против коррупции. А ООН очень любит, когда что-нибудь подписали, потом этот день делать международным днем чего-нибудь. И у нас получился 9 декабря такой день, который мы пытаемся каким-то образом отмечать. И в прошлом году мы попробовали провести в этот день антикоррупционные уроки в школах. Прямо скажем, вот россияне не дадут мне соврать, не все директора на это идут. Но кое-где нам удалось, и это очень интересно было. То есть мы продвигаем это, но понятное дело, что тут есть пределы возможного. Но да, мы работаем, в общем, с департаментами образования. Страна у нас разнообразная. В Москве, например, в Питере и в Калининграде в том же чуть-чуть больше возможно, а где-то чуть меньше возможно. Но есть. И программы существуют. Очень интересные, кстати говоря, в Словакии есть программа по этическому воспитанию в детских садах. То есть, разумеется, там не про коррупцию. Там вот на самом деле крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. То есть возвращение вот к базовым, то есть что такое хорошо, что такое государство, что такое суд, вот на, в полуигровой форме. То есть да, это существует. Ярославль, пожалуйста, Света. Добрый день, меня зовут Калина Светлана, Ярославль. Я хочу поблагодарить вас за прекрасную лекцию. И у меня, наверное, не вопрос, а комментарий, добавление. Я хотела бы, наверное, немножко еще сгустить красок и такую черту подчеркнуть, что коррупция, она соотносится с безопасностью нашей. Наверное, все помнят, недавно был теракт вот в московском аэропорту, когда... можно было за денежку, когда не успеваешь пройти регистрацию, ты платишь денежку и без проверки проходишь, собственно говоря, самолет. И вот этой лазейкой воспользовались террористы. И я хотела бы просто подчеркнуть, что, например, мы, может быть, в безобидных каких-то ситуациях открываем лазейку и, ну, как бы не думаем, что это вред какой-то причинит, а кто-то может этим воспользоваться в совсем других целях, и это может быть наша безопасность. Как вас зовут? Светлана. Светлана, спасибо вам большое. На моих глазах произошло подтверждение того, что наша компания «Коррупция убивает», а это наши плакаты про двух террористок-смертниц «Коррупция убивает», наконец сработало. И на самом деле спасибо вам, что вы привлекли внимание к этой проблеме, потому что террористки-смертницы, да, они случаются, чудовищно случаются, но не так часто, как, например, такая вещь, как покупка справок для работы, скажем, в пищеблоке у коррумпированного санитарного инспектора людьми с какими-то смертельными зачастую заболеваниями. И даже пусть не смертельными, а какой-нибудь гепатит, хотя тоже смертельный. И люди, мы же все ездим с вами по Кольцевой, да? И читаем. Справка в бассейн за час. Разрешение на работу за час. Это что? Это значит, что человек, который может нас заразить, а может быть и убить, идет к коррумпированному чиновнику, хотя мы его не воспринимаем коррумпированным, мы же сами иногда покупаем, но хочется в бассейн. А потом рядом с нами покупает человек, у которого там, не знаю, ужас какой-то. И вместе с нами рядом плывет и улыбается нам. Мы плывем рядом, плывем, а потом удивляемся, почему возникли проблемы со здоровьем, а иногда и с жизнью. Да, коррупция убивает. Но, к сожалению, не все понимают, что наши действия и наш запрос на вот эти вот услуги, он же нам же бумерангом прилетает в лоб. Вот эта вот закольцованность нашего добровольного приглашения коррупционных отношений в нашу жизнь с возможностью их же сделать нашу жизнь бесконечно опасной и невыносимой, ну, будем работать. Спасибо вам большое, потому что мне приятно. Спасибо. Прошу, коллега. Огромное спасибо, очень интересно. Руслан Мацухов, Кабардино Балкария. До всех террористических актов я как раз об этом тоже хотел сказать. Коррупция в регионах России и на Кавказе – это были две совершенно разные вещи. На Кавказе коррупция – это основа банд подполья, терроризма. Борьба с безработицей начинается с раздувания штатов силовых структур.
Любую должность можно купить, все что угодно решается за деньги. Да и сама схема работы центра, то есть Кремля и регионов Северного Кавказа, это схема коррупционная, которая рвется, когда заканчиваются деньги. Так, у меня такой вопрос. Скорее не вопрос, а вот как вы думаете, на Кавказе будет работать схема, если чиновник сам должен платить деньги в бюджет, либо финансировать объекты социальной значимости, строительство? Именно коррупционеры. Нет, я считаю, что вот там, где были эти три задачи, замерение Кавказа, конечно, все тогда имели в виду Чечню. Замеряя ее вот теми Чечню теми способами, которые были выбраны, бесконтрольными вливаниями и, в общем-то, предоставлением возможностей абсолютно полного бесконтрольного злоупотребления служебными положениями, она породила перекосы и более чудовищные, еще более чудовищные ситуации в других республиках Северного Кавказа. То есть вроде там не пылает Чечня, зато пылает Дагестан, в Кабардино-Балкарии все очень, и слава богу, в Ингушетии серединки наполовинку, то так, то эдак. Понятное дело, что любая абсолютная схема, она имеет свои обычные черты в зависимости от культурно-исторических традиций. Потому что внутри коррупции, и у нас не хватит с вами всего дня обсудить, например, формы коррупции, связанные с непотизмом. А есть культуры, где непотизм, назначение через знакомство является неотъемлемой частью местного уклада. И более того, на низовом уровне. Как это преодолевать? Тут и образование, и сильные институты, и образование молодых людей с тем, чтобы они постепенно понимали, что да, это существует, но это не является главенствующей ценностью. Проблема в том, что задача была решить все быстро. А такие ситуации, как те, которые сложились в наших республиках Северного Кавказа, и, кстати говоря, Краснодарский край в этом смысле абсолютно ничем не отличается от любой из республик Северного Кавказа. Абсолютно те же проблемы, только размазаны на большую территорию и сглушен и приглушенные тем, что все-таки не мусульманская республика. Да. Ну, тут есть, но по большому счету, те же клановые истории, истории с необходимостью выплачивать, с необходимостью покупать должность, с необходимостью удерживаться на должности с помощью каких-то дополнительных платежей имеют место быть. То есть, по большому счету, если бы я решал эту проблему, я бы закладывалась в длинную, с большими, очень рискованными инвестициями. Да? Но задача так не стоит. Ну, в общем, был предпочтен другой вариант. Но я считаю, что можно. Только при этом очень рискованным, длинным ходом. Так, Дмитрий Глухов, прошу. Добрый день, Дмитрий Глухов, Ульяновск. Я хочу сказать, что в Ульяновске, например, с 2010 года, вот коллеги подтвердят, существует аппарат уполномоченного по противодействию коррупции. Лично я считаю, вот мое мнение, что аппарат немножко бестолковый, бессмысленный. Ничего полезного он сейчас не сделал, это больше какой-то, наверное, пиар-шаг со стороны руководства нашего региона, никто это не скрывает. И какое-то расхолаживание бюрократии, значит, на территории Ульяновской области. Так вот, я хотел бы узнать, какой институт все-таки самый эффективный, какой он может быть вот, по противодействию коррупции, и какие поступательные шаги необходимо выполнять для начала, именно для начала ее искоренения. Это первое, что я хочу узнать. Хотелось бы еще узнать, очень часто мы все слышим про Сингапур, про опыт Сингапура по борьбе с коррупцией, тоже немаловажно. И последний вопрос, как на что живет Центр антикоррупционных исследований, не предлагали ли вам деньги за то, чтобы повлиять на результат ваших исследований. Спасибо. Спасибо большое. Первый вопрос. Во-первых, не надо. Ваш ульяновский уполномоченный – это звезда пленительного счастья на самом деле. Нет, я все понимаю. То есть только не надо просто воспринимать человека, сидящего
в башне из слоновой кости и работающим звездочетом как орган по борьбе с коррупцией. Я просто уточню. Три вопроса не надо уточнять. Он мне звонит раз в неделю и рассказывает, какую новую методику они изобрели. То есть эти люди реально обсчитывают ульяновскую коррупцию. Зайдите на их сайт. Там проворачиваешь 30 экранов, а там данные. На коррупцию это не влияет. Но это, понимаете, это пускай хоть что-то делают. Есть регионы, где вообще ничего нету. А тут, когда мне надо, я могу зайти и посмотреть какие-то данные. То есть, еще раз повторю, я не хвалю и не ругаю. Но я хочу сказать, что люди пошли научным путем. Люди решили обсчитать и описать. Еще раз, и есть масса регионов, где не обсчитывают, не описывают, не существуют. И в конечном итоге 2 или 3 случая рейдерства с помощью этого уполномоченного удалось решить. А поверьте мне, 2-3 человеческих судьбы, 2-3 семьи – это не так мало. На фоне того, что есть регионы, где вообще ноль, полный ноль. Поэтому согласились, должно быть более активно, лучше, больше. Но Ульяновск в этом смысле, пожалуй, даже лучше. То есть вот на 3 сантиметра, но выше по шкале вот здесь вот, чем многие другие регионы. Какой должна быть стратегия? То есть мы отменяем все дальнейшие лекции, которые у вас сегодня запланированы, и я вам рассказываю, как бороться с коррупцией. Нет, на самом деле, понимаете, первое, что надо сделать, это начать выполнять законы, которые существуют. Причем речь идет не про нас, а про них. То есть они должны начать выполнять хотя бы те антикоррупционные законы, которые для них написаны. Конечно, бы не помешало создание координирующего органа мер по противодействию коррупции, потому что на данный момент в России притворением в жизнь национального плана по противодействию коррупции занимается 12 государственных органов. И, разумеется, каждый считает, что он главный. И, разумеется, у семи нянек понятно что и понятно где. И в этом смысле сингапурский опыт только в этой части нам подходит. Только в этой части. Потому что в остальных частях размер общественно-государственный уклад непереносим. Когда люди говорят, давайте возьмем сингапурский опыт и перенесем в Россию, а Сингапур не простирается на 8 часовых поясов. В Сингапуре есть культура единоличного вертикального управления, которое люди понимают и воспринимают и в силу религиозного состава населения, и в силу того, что они достаточно долго были колониальной страной, и вертикализированность систем управления воспринимается естественно и нормально. Более того, единственные две вещи, которые можно было бы взять у Сингапура, это координирующий орган, функции можно обсуждать, и политическую волю. Но это не переносится воздушно-капельным путем. Политическая воля предполагает под собой готовность человека, который начинает антикоррупционные реформы, начать с себя. То есть надо завести себе откуда-то из пробирки Ли Куан Ю, да? Чтобы он, выходя на трибунку, говорил, да, на коррупционном преступлении пойман мой лучший друг, и он пойдет в тюрьму. И он идет в тюрьму. Это на самом деле, именно вот это отношение руководителя государства к реализации антикоррупционных мер сдвинуло все с мертвой точки, потому что только это может заставить людей поверить, что это все всерьез. И надо было посадить 2 одноклассников, лучшего друга и брата с полной конфискацией, чтобы все сдвинулось с мертвой точки. А как это себе завести? То есть реплицировать хочется, но непонятно, в каком месте можется. Третье, на что мы живем? Да, мы живем на самые разные средства, у нас есть и иностранное финансирование, и российское финансирование, и финансирование так называемых международных программ. Вы, наверное, догадываетесь, что я часть международного движения Transparency International, и какая-то часть у нас приходит, что называется, из общего котла. Причем про Transparency International важно помнить. Я вас очень прошу, когда там кто-то будет говорить, мы российская общественная организация, и Transparency International – это не вертикальная организация, где есть штаб-квартира, которая открывает свои филиалы. Transparency – это сеть из 90 отделений по всем странам мира. И все национальные.
То есть TI Вануату – это вануатская, TI Норвегия, норвежская, TI США – американская, TI Замбия. Кстати, в TI в Замбии на меня в суд подали. Вот. За что? Потом расскажу. И, короче говоря, почему такая сетевая структура? Потому что коррупция разная, да? Нельзя иметь единую программу для борьбы с коррупцией в Норвегии и в Замбии, в России и в Дании. И, соответственно, каждый финансируется так, как он может, но при этом, скажем, на те самые исследования повлиять невозможно, потому что индекс восприятия коррупции, индекс взяткодателей, барометр считается централизованно вот из этого самого единого котла, чтобы никто не мог повлиять. Поэтому заноси, не заноси, тут, в общем, довольно сложно будет это осуществить, хотя предложение делали. Алина, а вы на иностранные агенты вы тоже будете записываться? Ну, вот еще выпусти какие-то. А вот это вот зарубежное финансирование, это что? Ну что? Не, ну просто я уточняю. Ну, вы да? Не занимаетесь политической деятельностью, считается, не влияете на политику. Нет, мне абсолютно все равно, кто что пишет. Кое-как. Лен, не обижайся, я просто спросил. Да нет, я просто кое-как, с моей точки зрения, избранный законодательный орган кое-как принял кое-какой закон. Я-то тут при чем? Я получил именно тот ответ, на который рассчитывал, коллеги. Ответ. Да. Значит, у нас есть I-класс, и у меня есть вопрос, поступивший от слушательницы, которая смотрит по интернету трансляцию. Это Галина Филимонова. Вопрос следующий. В основе коррупции лежит безразличие должностного лица к общественной пользе. Деятельность исключительно во имя личной выгоды. При идеальном раскладе для должностного лица общественное благо станет вопросом личной выгоды. И тогда коррупция примет ли другие черты или исчезнет в принципе? Ну, это вот ровно вопрос той самой схемы, о которой я так долго говорила. Что вот когда вот здесь наступает баланс между личным и возможностями, то есть общественным, и контролем, вот здесь возникает точка, которая начинает всасывать в себя и уменьшать вот это, да, потихоньку уменьшать. И общественное благо, а тут мы можем до бесконечности дискутировать про формы, которые принимает это самое общественное благо, и как нас стимулировать, публичное должностное лицо, на это самое общественное благо. Кто-то говорит, давайте их привяжем к высоким, давайте повысим зарплаты. Давайте. Повысили судьям. У нас судьи одни из самых высокооплачиваемых в Европе. И что? И ничего. Потому что вот это вот именно слово «общественное благо», привязанное к личному, к возможностям личной комфортной жизни. Мы же не хотим, не дай бог, чтобы кто-то жил некомфортно. Мы все вообще, чтобы всем все было хорошо. Да? Чтобы люди, которые предоставляют нам услуги, жили комфортно. Мы это понимаем, мы не идиоты. Что если мы его заставим ходить в драной мантии, он пойдет, конечно, брать взятки. Если ему нечем будет накормить ребенка на ужин, он пойдет брать взятки. Мы должны забалансировать. Но каким образом? Должна быть система абсолютно четко и ясно прописанного публичного контракта. Что дорогой судья, дорогой полицейский, дорогой руководитель департамента образования Южного округа города Москвы, мы тебя принимаем на службу. За это мы тебе платим вот такую зарплату. И вот такие социальные льготы. И вот даже вот здесь вот с определенного уровня дадим машину. И на пенсию ты пойдешь вот с такими бенефитами. Но все это будет только при безупречной службе. И для того, чтобы оценить, безупречна ли она, у нас есть контроль. И вот этого всего не будет, как только ты совершишь проступок, который поставит эту безупречность под вопрос. Как говорит в каком-то старом-старом фильме, а как называется фильм, где Мел Гибсон, полицейский, плечо все время себе выбивает? «В смертельном оружии». Помните, во второй серии его напарник говорит, давай не вздумаем совершить глупость, потому что мне один день до пенсии Триш меня убьет. Почему она его убьет? Потому что у него будет проступок, и пенсия будет меньше. То есть главным инструментом антикоррупционного контроля является кто? Жена.
которая из тебя кишки вынет, потому что там же еще будет и беспроцентный кредит на образование детей, и она тебя будет держать в кулаке, потому что все конфеты, все пряники, все под кнутом. Ну вот где-то так про общественные блага и балансирование общественного интереса. Спасибо, еще есть немножко времени. Так, коллега, вам слово, прошу. Да. Максим Михайлов, прекрасный город Калининград, в котором все-таки еще есть коррупция. Кстати, Илья Шуманов смотрит нас сейчас через интернет, передавайте ему привет. Я очень надеюсь на это. Привет, Илья. Но вопрос у меня не про Калининград, а про любимую калининградцами за границу. Примерно год назад я вас слушал в школе гражданского лидерства, и вы тогда мне лично открыли глаза, что иностранцам, в принципе, по барабану наша коррупция, потому что наша коррупция – это для них инвестиции. И я их прекрасно понимаю, потому что Лужков, вот как Батурина, точнее, как в Австрию вкладывает, так и в Калининграде конезаводик открыла. А как вы думаете, что-то изменилось после принятия списка Магнитского в отношении Запада к нашей коррупции? Боюсь всех расстроить, но, во-первых, он еще не принят. Вот. Идет длительное обсуждение. И, конечно, с точки зрения того, что по-английски называется advocacy, да, просвещение, такого общественного давления, такого общественного, как бы это правильно сказать, общественного мнения, да, с точки зрения политических каких-то таких вот, в смысле не politics, а policy, да, в смысле таких длинных политических, стратегических постулатов, этот список Магнитского играет свою роль. Там, вот, даже тем, что он обсуждается, заметьте, его даже не обязательно принимать, даже обсуждение его, оно вот создает вот это вот, фон для нехорошо, не должны деньги утекать, не должны упыри покупать собственные за рубежом. То есть это такая, в общем, очевидно постулатная часть, она начинает оседать в общественном сознании. Но, как вы догадываетесь, боюсь многих расстроить, список Магнитского в прикладном смысле весьма ограниченное средство действия. То есть, как я уже сказала, это хорошо. Но надо помнить, что непосредственно те люди, которые в нем поименованы, не идиоты. Список обсуждается 2 года, и если у них там было что, то они уже, конечно, вывели. Если не идиоты, если идиоты, то ну, тут ничего не поделаешь. Вот. То есть, конечно, никого не будут замораживать, никто не поедет. То есть, ну, понятное дело, что вот поименованные будут держаться от США подальше и от тех стран, которые присоединятся когда-нибудь. В общем, Шанхай тоже неплохое место. И второе – это более широкий вопрос. Более широкий вопрос пределов распространения западного влияния на коррупционные делишки тех или иных, не обязательно наших, тех или иных отдельных чиновников или групп чиновников. Просто я об этом говорила, но напомню, что когда стоит вопрос о выборе, о том, будет ли отоплен, обогрет и накормлен твой личный избиратель, или о правах человека в той далекой стране, которая дает газ для того, чтобы он был обогрет, отоплен, накормлен, то выбор у западного политика в пользу кого? В пользу собственного избирателя. И поэтому, конечно, до тех пор, пока избиратель тех всех стран, которых мы там говорим, надо бы повлиять, будет зависеть от поставок тепла от тех стран, которым есть вопросы, тут всегда будут качели. И это надо иметь в виду. Все равно, как скажут, то, что называется реалполитик, да? Реалполитик предполагает, что ты сначала думаешь о своем избирателе, а потом о правах человека где-то в тысячах километров от тебя. Мартина Квитковская, пожалуйста. Вопрос из Польши. Пожалуйста. Большое спасибо за выступление. Меня зовут Мартина Квитковская, я из Польши. Вопрос такой. В определенных сферах в России уже очень много денег. Мне кажется, что уже их никто не считает. Можно ли назвать угрозу жизни кого-нибудь какой-то высшим уровнем коррупции?
России? Я не уверена, что я хорошо поняла вопрос. Угроза жизни кому? Кому-то вообще? Ой, вы знаете, нет, я вам скажу, что вот дело Магнитского в этом смысле, очевидно, демонстрирует нам угрозу жизни одной категории людей в России. И, пожалуй, я на этом закончу, но это очень важно. И я очень прошу всех внимательно подумать о той теме, о которой я скажу. У нас есть одна категория людей, которая крайне уязвима, находится в абсолютно уязвимом положении, хотя российские международные обязательства предполагают полную защиту этой категории людей. Эти люди погибают, эти люди становятся предметом преследования, давления, всяческих опрессий и всевозможных подавлений их личной жизни, преследований их родных и близких. Эта категория граждан – это заявители о коррупционных преступлениях. Это то, что по-английски называется whistleblower. И есть такой раздел права. Это есть глава в Конвенции ООН против коррупции. Есть в российских обязательствах большой двадцатки. Whistleblower protection. Государство берет на себя обязательство защитить минимальный набор. Речь идет не о физической защите. Минимальный набор прав заявителя. Вот он заявил, и какое-то время на период расследования его хотя бы не должны в СИЗО быстро тут же замотать и подкинуть наркотики, и быстренько найти против него другое дело, и он кого-то изнасиловал в 2015-м, а в будущем, ну, неважно. Вот, и, то есть, значит, заявителя коррупции у нас самый уязвимый. Вот тут существует угроза, самая серьезная угроза безопасности. Я готова утверждать, что до 80% людей, о делах которых нам сообщают, которые уже сели, предприниматели, это изначально заявители. То есть они заявляют, и потом у них начинаются проблемы. Или у них начинаются проблемы, они пытаются бороться и заявляют, и их проблемы усугубляются. То есть вот эта история, она, очевидно, самая проблемная в нашей стране. И то, чем мы собираемся заниматься мы, моя организация, я очень-очень прошу всех подумать об этом, мы должны что-то с этим делать, потому что вот это действительно даже не теоремы и не обсуждаемые теории какие-то, это аксиома. Без защиты заявителя ни в одной стране никакой борьбы с коррупцией не будет. Не будет заявителей, не будет борьбы с коррупцией. Точка. Все, спасибо.